безусловно, дали маху два десятка лет назад, называя Захиршаха и высочество, и брат. Моему завод плотину, мы даем ему угля, да любили мы скотину Захиршаха короля. До зубов вооружили, утопи его хорон, а вообще неплохо жили с этим самым Захиром. Но целуясь с господами, тот, кто был превыше всех, заложил кирпич фундамент под кабульский политех. Но история как средство повесомей кирпича. Где Захир, где королевство, только камень Ильича. Началась другая эра, там, конечно, а не тут. Мы приветствуем премьера по фамилии Дауд. Сразу помощь предложили и деньгами, и трудом. Как с товарищем зажили с этим самым Даудом. Только снова дай не маху, сей революционер оказался братом Шаха и агентом ФБР. Был он подлым и двуличным, а его же, как на грех, целовал у трапа лично тот, кто был превыше всех. Но пришел конец Иуде, там, конечно, а не здесь. Вышли танки при Дауде, нет Дауда, танки есть. И хотя мы рановато взяли принца на штыки, но целуем, словно брата, мура-мура, дороги. Правда, он подлез прожженный. Парчемисты пустобрех, но ведь рукоположенный тем, кто был превыше всех. Задушил подлез подушку, звал лучшего дружка и зарыл тарачью тушку среди афганского песка. Мы, конечно, телеграмму Муламин Хафизулла, мы не знаем вашей драмы и у нас свои дела. Но согласно узам дружбы можем помощь предложить и военного оружия, чтоб тебе спокойнее жить. В общем, жили мы... неплохо, и с Амином до конца, расстреляв его со вздохом посереть его дворца. Сразу радио включили, мол, афганская земля, про тебя мы не забыли, на бобра как кармаля. Ой, долго там еще, да. Кончается там у Верстакова, ребята, пора наших шахануть куда-нибудь уже тут. С афганскими там подыбенными. Спасибо.